Че, Илья, ты глада создал? Да. Вот я тебя, бля, буду срезать. Или я тебе. Да, конечно. Ой, хороший. Нормальный глад срежет, ты хак, кстати. Вот здесь, блядь, пингвин. Нахрена ты свой ник написал, пингвин, дебил. Такое еще валено. Ой. Блин, короче, вы мне мешаете. Не получается. Ох, ёпта, сколько тут орков-то, а? Да тури, одни орки, блядь. А чё, Лёх, кирай создаёшь? Ты сюда заходишь. Я. Я только что из этого галимого города пришёл. Бакфисты такого создания. ТХ он будет, крыса. Да, это вообще угар, блядь. Он бежит, какой замок, говорю, Геран, гонишь, сиру 15 минут. Сиру 15 минут, какой ночью? Я говорю, когда вайп был, меня не обнулили. Посмотрим, что ответит. Ладно, пока полечу по квесту. По какому? Ну там, типа, на 6000 сосок. Я попнул 7-й левел. Не дали. Да. Ну ладно, всё заменить. Как мы проходим квесты, побежали, блядь. Вторая, да. Получается, холмы вот это, да? Ну да, ну короче, два квеста берешь, один квест на этот, на робу. Ой, на этот. На вот сет. Где мне эти когти ебашься? Чё? Смотри по карте где. Так, стопы. Второе окно. Второе окно. Крафтишь? Да. 50 когтей. Отличный. Нихуя ты. Да. Вообще дикая тема. А, я не взял нуба пушку, ёптвою. Так, бежим по улице. Я пока что буду, бля, как ебанутый. Вот какой-то гадс. Че за? Ты гадс, давай покажи нахер. А куда ТП я забыл? А? Че, ты о чем? Какой ТП? Ты о чем вообще, Вася? Ладно. Блин, два окна, это вообще дикость. Я в ПК, первый ПК. Отлично, вообще, ты вообще просто мужик. Просто по дикости, блин, в топ ПК нормально. А, я вижу тебя, блин. Я тебя вижу. Нет, только нет. Сейчас тебя ебанут там, смотри. Я сейчас буду на серве. Ой, тут стоял. Ты же тут ТПшнулся, да? Тут стоял? О, не, вон там, где с ним NPC стоят. Да ладно. Да, там ты пуляешься. Ну, лучше не подходите, мне кажется, от имени, так следует. Да мне тоже так кажется. Че там, гоблинов убивать надо, да, по-моему? Не гоблинов, а волков. Ух, злые дети. Да посмотрим. Че не могут, ну-ка давай. Ладно, я ТП сейчас сделаю. Ой. Так. А что нужно, обменять когти на монстров на Адену или применять... А тебе же сюда ли сразу? Что ты выдумываешь? Ага, Люцифер. Иди сюда, петух. Да, я посмотрел на него. И убивали его. И он хочет жить. КФГ, по-моему, да? Точка КФГ, автолут, да? И опять ПК. Я не помню, включить или выключить. Что это за говно сервак вообще? Где мой дашь, блять? Где мой дашь, сука? И... К нам присоединяется в пати кто? Смотрим все. Говно мудак. Yes. Yeah, пацан. Нет, пускай в ПМ пишет, я не буду давать ему пати.
Это, блядь, чё за ник нахуй, у меня такие спайсы не нужны. Татыри, ты с говнониками не берём. Скоро у нас чё, дресс-код такой дикий. То что, мы не котируем такое говно. Редкостное, блядь. Сейчас буду флагаться на пацанах. Ой, я опять манафиста вижу. Это кто такой? Блин, это облом-то здесь скиллы сами не качаются. Сейчас может быть плюс 2 ПВП, или я сдохну. Давай, давай. Да, наверное, самый дикий от самого облома — это платный ТП. Слышь, это, короче, можно было квест не проходить, тут столько шмоток надропал. Но это не те шмотки по квесту. Ну вот, вуден, блядь. Смотри, выбил вуден, короче. Ну, да, дерьмо какое-то. Ну только вуден самый адекватный, что я хуйня. То есть уже 20-й? Да. Давай, выебись, скажи, что уже 20-й скажешь. Нет. Пошли квест делать. А что, квест надо проходить? Какой квест, блядь? На бабосы на кач, дебил. Чё? Чё? Ты чё, валенок, что ли? Да. Я не, тоже, да. Но хочешь, можешь не проходить, я один схожу. Ну, поподробнее с этой, с этого. Чё за квест? Да в каму пойдём, я ща 1-2 левел апну, в каму пойдём. Ты с квеста апнешь 3-4 левела. Какого квеста? На деньги, которые берётся у орка в городе. Где? 20-го уровня. Там всего три задания: поговорить с тремя людьми, и все, у тебя уровень. Погнали в World Village, сейчас я прилечу, покажу.